пишет Настя, правда говорят, если ты любишь человека, то надо его отпустить, когда вы с ним не знакомы. Любовь бесплодная – это что-то, в общем, не очень правильное, когда речь идет о любви женщины к мужчине, мужчины к женщине. Наверное, нужно познакомиться, если ты действительно надеешься быть вместе с этим человеком в настоящем браке, в настоящей семье. Ну а вот если действительно любовь оказывается безответной, да и человек даже не знает о ней, может быть, стоит с молитвой попросить Господа, в молитве попросить Господа о том, чтобы он послал какие-то другие встречи, какие-то другие чувства, зацикливаться, останавливаться на вот такой неразделенной, даже неведомой другому человеку любви, это, в общем, разновидность страсти. Страсти, которая ведет человека в тупик. Подумайте, нужна ли она вам, либо нужно найти ответ на вашу любовь, либо нужно все-таки пойти каким-то иным путем.